никого не цеплял. Если бы я цеплял, я не владелец. Его отпечатали, мои телефоны вставили и подцепили сюда. У нас организации нет, потому что его еще нет. Он был и ушел. Нет планетария. Я уехал от... телефоны мои, но я его здесь не цеплял. Это телефоны мои, я его не цеплял. Хорошо, цепляли по вашему. По моему они цепляли. Я уехал, отпечатали и пошли печатать. Людей приглашали. Вы больше соберите людей, вот форум, вы показываете всем. Я возьму табуретку и сниму. Представьтесь, пожалуйста. Знаю все, я представился. Я вам я не буду здесь при всех, вы будете прямо сделали это. Показывайте. В каком размере штраф? Штраф, значит, так сказал, что он на данный момент без работы, то есть минимальный штраф 340 рублей. Вы опять же таки это будет рассматривать по комиссии. Сколько таких вот случаев по городу в общей сложности неизвестно? Ну, в общей сложности случаев много. Обойти город, посмотреть, посчитать. Этим сейчас занимаемся. Вот. Конкретно таких объявлений, я еще раз говорю, буквально квартал вниз от Адмиральской до Никольской, по Советской, 4 штуки. И по Адмиральской тоже несколько штук буквально сейчас проходили. Вот эти я квартал прошел, я их сфотографировал, могу показать. Скажите там. Ну я уже говорю. А ваши публики, вы же на публике сыграли. А чья? Ну что, мы нашли крайне, у нас загадил город, а я виноват. Я его не цеплял. Понимаете? Его подцепили, я не знаю, кто его подцепил. Ну так что? Я не организовал, еще ничего не организовал, у нас ничего нет. Мы только начали делать приглашение. Таким образом. Хорошо. Скажите, пожалуйста, я виноват, что они увидели вот это все у нас везде висит и подцепили. Взяли, наверное, зацепили здесь и везде. Я что, это виноват? Не в том, что это только здесь. И по Советской, и по Адмирации. Хорошо, я их не цеплял. Значит, увидели вот это вот все и цепляли. А что я могу сделать? Они посмотрели. Под вашим руководством есть? Под моим руководством нет. Поручение или платили? Я не делаю поручение, я ничего не делаю. Платили за эту работу? Я не платил. Это за эту работу, я никому ничего не платил. Что это за люди? Откуда я знаю, что это за люди? Ну вы же мне говорили. Это мои люди, молодые, племянники, пришли и подцепили. Я что? Не контролирую. Ну а кто их должен контролировать? Понимаете? Вы со своей стороны Вы собрали публику и я не собрал публику. Вы пригласили средства массовой информации. Ну что, для чего? Тогда идемте всех приглашать. Все, которые там есть, мы будем приглашать. Это будет ежедневно, я вас уверяю. Да. Есть поручение городского главного. Мы будем работать с каждым, кто это все позволяет. Конечно. Вот это и Вы видели это объявление, и еще есть ряд объявлений такого характера этого человека, других и предпринимателей, и частных лиц, объявления о том, что предоставляют какие-то услуги, куда-то приглашают, проводят какие-то работы и так далее. Дело в том, что этим нарушается целый ряд норм и правил. То, что, во-первых, несанкционированно они вывешиваются в неустановленных местах и так далее. Для этого существуют и работают административные комиссии в каждом районе. По телефону, указанному на объявлении, человек был приглашен в горисполком. Приглашены представители административной комиссии, приглашены представители средств массовой информации. Для того, чтобы показать, что такого рода действия они являются противоправными, и городские власти будут их всячески пресекать, и людей, которые это себе позволяют, наказывать. Потому что, еще раз говорю, пока мы сами не наведем порядок у нас в городе, у нас будет мусор, у нас будут поломанные ветки, у нас будут брошенные куртки, бумажки, этикетки и так далее. Как его зовут и кто он вообще такой? Он сказал, что он организатор этого мероприятия, которое было обозначено на объявлении. Является ли он предпринимателем или является он, скажем так, лицом свободной деятельности, мне неизвестно. Он представился как Жиляев Виктор. Что его ожидает? При вас был составлен административный протокол представителями административной комиссии Центральной райадминистрации городского совета. Вот его ожидает, во-первых, протокол был составлен, во-вторых, он будет приглашен на заседание, там, где он будет либо отстаивать свою точку зрения, либо принимать то, что ему говорят, как говорится, с повинной. Это минимальный штраф за такое деяние, это 340 рублей. Какое решение примет административная комиссия, я не знаю. У нее в состав ее входят просто граждане и работники органов самоуправления, работники контролирующих структур. Вот. Я хочу сказать, что
есть поручение городского головы и райадминистрации, и соответствующие структуры городского исполнительного комитета ставят собой, перед собой первоочередную задачу навести порядок в городе. Вы об этом знаете. И еще раз говорю, такого рода факты будут пресекаться, рассматриваться с вашим приглашением, без вашего приглашения. Телефоны этих людей мы знаем, и, честно говоря, пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить за то, что откликнулись за приглашение. Надеюсь, горожане увидят этот сюжет, и тем, кто себе еще такого рода факты позволяет, ну, может быть, станет стыдно, и они сами возьмутся и поубирают за то, те вещи, которые порасклеивали по столбам, по деревьям, и таким образом загаживают город. Спасибо. Спасибо.